Всем привет! С вами любимая компания Электромотора. Сегодня наш видеоролик посвящается мотоблоку Motorsich против мотоблоков китайских Форта и Кентавра. Файт, битва, кто же победит? Компания Электромотор. Мое мнение, как менеджера по продажам, как человеку, которому часто звонят люди и хотят принципиально Motorsich, принципиально Кентавр. Конечно, продукция Motorsich уже давно на рынке, уже есть много отзывов о ней, много положительных отзывов. Есть много навесного оборудования под мотоблоки Motorsich, от косилок, плугов, копалок, сажалок до снегоуборочных машин. С мотоблоками и культиваторами китайского производства тут немножко ситуация похуже состоит с навесным оборудованием. Например, у Форта мотоблока вы можете ихнее именно навесное оборудование приобрести. В комплекте входит фреза и плуг, и также иногда поставляются косилки. То есть, если сажалки, копалки, то вам нужно искать уже другого производителя, который изготовляет именно под эти мотоблоки навесное оборудование. Кстати, мотоблоки Форт и мотоблоки Кентавр тоже довольно давно представлены на рынке, но постоянно они обновляются, постоянно обновляется ассортиментный ряд, названия, модели, усиливаются какие-то технические характеристики. Вот, допустим, мотоблок на 10 лошадиных сил, он уже идет с усиленной рамой, там фара красивая. Мотоблок 2017 года, завезен только в 2017 году, это модель 101+. То есть вы можете видеть, там тоже есть свои преимущества. Motorsich за последние 5 лет изменился. Motorsich запустили линейку, скажем так, новых старых мотоблоков, потому что раму сам корпус Motorsich не меняет. Они начали устанавливать на свои мотоблоки китайские двигатели Waymo. Но не подумайте, китайские двигатели Waymo — это неплохо. Перед тем, как завод заключил договор с Waymo, двигатели прошли испытания на почве в разных, скажем так, режимах сложности на разных почвах и показали себя намного лучше, чем, ну, скажем так, другие китайские двигатели. Весь сервис осуществляет Motorsich, появились девятки дизельные, появились шестерки дизельные, также появилась модель на 13 лошадиных сил с бензиновым двигателем и с электростартером. Ну, также изюминкой модели Motorsich является восьмерка с электростартером, красивая, с капотом, вы можете посмотреть видеоролики о ней у нас на сайте, с фарой, все, она такая же, конечно. Какие Motorsich лучше будут? Очень. Больше всего сейчас пользуется популярностью дизельная девятка, потому что Motorsich мотоблоки, они и так уже давно проверены, но вот все люди ждали именно дизельный мотоблок Motorsich, и, ну, Motorsich по-своему нашло решение к этому, потому что дизельные все-таки двигатели, моторесурс больше и более выносливые в различных тяжелых условиях. Вот, поэтому очень сейчас дерутся у нас на складе за девятки дизельные. У нас их много в сезон, у нас их больше, чем у других наших конкурентов. Поэтому, ну, честно вам скажу, я фанат мотоблоков Motorsich. Конечно, форты красивые, красные, блестящие. Но вот Motorsich мне по душе, хоть он, конечно, и стоит, но люди, которые выложили за него и навесное около 35 тысяч гривен, очень довольны. Вот, поэтому, ну, все зависит от вас. Китайские — это культиваторы, это там, где необходимо. Многие называют мотоблоками, да? Многие называют мотоблоками, ну, как по мне, мотоблок — это сильное устройство, это тяжелое такое оборудование, к которому можно прицепить сзади фрезу и вспахать большой участок земли. Культиваторы берут обычно, если нужно небольшой участок земли, у них вместо колес цепляется фреза. Кстати, преимуществом идет в комплекте и колеса, и фреза. Есть итальянские, если вы знаете, культиваторы, у них колеса не входят резиновые в комплект. Вот. Поэтому и культиваторов у нас тоже очень много. Ну, единственное, что, к сожалению, ни Motorsich, ни наш украинский, ни белорусский, ни рядом лежащий рынок не делает культиваторы. Поэтому можете приобрести только китайского производства, либо итальянского под видом китайского.
Все дело, все решать вам, все зависит от того, насколько финансово вы обогащены, чтобы купить тот ты или иной мотоблок. Motor Siege, да? Я люблю больше Motor Siege, они классные, с ними вот вообще плюс никогда. Один победил 4, да? Плюс один, знаете еще в чем плюс классный? У них классный сервисный центр, любая запчасть, любая комплектующая часть всегда есть в наличии, они вам могут ее выслать. Плюс у них есть выездная бригада, которая курсирует по Украине целыми днями и ночами и могут приехать, привезти и заменить вам эту комплектующую часть. Ну, конечно, бесплатно это на протяжении гарантийного периода. Потом это либо платно, либо за деньги, либо они вам высылают эту часть. Что под вопросом с китайскими мотоблоками и культиваторами? Ну, в принципе, комплектующие части, что классно китайских, что у них взаимозаменяемые все части. То есть части от Форта подходят к запчастям Кентавра и наоборот. Вот это, конечно, пользуется преимуществом. Также меняется, зирок уже же нету. Зирок, да, нету, но если вы посмотрите видеоролики про зирку и посмотрите на Кентавр, вы тоже увидите, что это абсолютно одинаковые мотоблоки. То есть навесное под них подходит одинаковое, под Форте, под Кентавр. То есть оно даже есть универсальное у многих производителей. Поэтому дело за вами, дело за вашими финансовыми предпочтениями. Тоже можете посмотреть, мы снимали видеоролики и про Форты, и про Кентавры, чем они отличаются, какие их преимущества, что если следить за любой техникой, то любая техника прослужит вам долгое время. И тут уже не имеет значения, либо это Motor Siege, либо это Форты. К любой технике нужно относиться с умом, читать инструкции, вот, и делать для нее хорошо, и тогда она будет вам служить очень долго. Также приглашаем интернет-магазины, да? Интернет-магазины приглашаем к сотрудничеству, можем предложить хорошие цены. Мы готовы предложить хорошие цены, готовы предложить ассортимент, наличие на складе. Звоните к нам по телефону 044-5-300-38. Аня, можно тебя спрашивать? Можно меня спрашивать, либо Виктория. Контактный телефон 5-300-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».